Здравствуйте! Сегодня мы научимся делать скриншот экрана. Что такое скриншот? Это снимок экрана в тот момент, который вы хотите. Зачем это нужно? Например, что-то делая на своем компьютере, вам вдруг внезапно выскакивает какая-нибудь непонятная табличка. Вот, например, вы действительно хотите удалить? Хорошо, если эта табличка на русском языке, а если на английском? А если непонятно, что он вас спрашивает? Как тебе передать это словами другому человеку, чтобы спросить? Для этого есть у нас кнопка Print Screen. Так как кнопку я показать вам не могу, я нашла, как она выглядит. Там, где все F, вот F1, F2, F12, следующая, вот она, PRT, SCR, Print Screen, вот она, кнопочка. Думаю, вы рассмотрите. Мы ее можем нажать. Вот, сейчас я ее нажимаю на своей клавиатуре. Нажала. И вот этот момент, вот это вот вид этого экрана у нас с вами скопировался в буфер компьютера. Теперь нам надо его вставить в любой графический редактор. Например, у нас есть в стандартных с вами программа под названием Paint. Открываем с вами Paint и делаем вставить. Правка, вставить. Вот у нас с вами скопировался наш с вами экран. Теперь мы делаем файл сохранить как. Пишем скриншот. Ух ты, как я классно пишу. Скриншот 1, например, да, или проблема 1. И сохраняем где хотите. Можно на рабочий стол. Мне так проще всего. Делаем сохранить. Теперь у нас есть, вот появился этот документ, скриншот 1, который мы спокойно можем вставить уже в форум, послать по почте и спросить: батеньки мои, что ж мне делать в данной конкретной ситуации? Вот и все.